Здравствуйте! Сегодня мы покажем, как поставить ссылочку для тех, кто делал в rec3.ru домены. Вот вы оплачиваете 250 рублей, домен у нас готовится примерно 24 часа, теперь надо сделать следующие действия. Заходим в кабинет и выбираем домен, который готов у вас. Татьяна, выберите домен. Вот пониже чуть-чуть. Там он должен быть. Богатеем здесь. Ниже мышкой крутите. Ну, а мы же вот смотрим там, да, где красный. Да, вот сюда вот переадресация. Видите внизу? Это вижу, да. Вот сюда так. Надо поставить вашу реферальную ссылку, но без HTTP. Значит, возвращаемся в кабинет. Угу. И копируем свою реферальную ссылку. Кабинет СМР. Нет, кабинет СМР. Так. СМР, это надо войти в другой, да? Ну, где у вас программка? Там реферальная ссылка. Так. Хотите по моей ссылке перейдите? Так, сейчас. Я просто, я не там, она мне не готова. Я не ожидала, что будем писать. Ага, не волнуйтесь. Так, сейчас я вот сейчас я скопирую ссылку. Это ссылка на программу, да, которая? Да, так. Вы по ней бы кликнули и все. Так, все, теперь я ее вставляю, но без HTTP сюда, да? Ну, сейчас я уберу. Подождите, ссылка на программу реферальная ваша? Да. Ага, вот вставляйте сюда. Так, сейчас вставляю, только сейчас без я HTTP. HTTP, да. Да. Так, и готово. Вот здесь справа сохранить. Так, сейчас ищем тут. Вот проскочили. А я потому что здесь это ваш этот. Да. Так, делаю. Сохранить. Ну, все, через минутку должна заработать. И обязательно, вот когда богатеем здесь, перед этими буквами вставляем HTTP, двоеточие и две черточки. Ну, это понятно. Ирина, а пожалуйста... Проверяем обязательно. Ирина, подскажите, пожалуйста, вот то, что вот эти вот ниже идут, да, здесь в контактах, Твиттере и прочее, точно так же можно сделать, да, значит, сам процесс? Честно говоря, не вникала, не знаю. Не пробовали, да? Ну, понятно, но главное, что теперь вот я поняла, теперь все. Все. Сутки прошли? Да, та уже готовая, все. Я поэтому сюда... Она не ведет. Не идет? Нет, не ведет. А как она должна вести? Она должна на СМР вести. А я ее еще не вытаскивала, не пробовала. Хотя мы сделали сохранить. Да, а где ее можно теперь взять после сохранения? А где у вас было написано, что домен у вас готов? Так а вот уже здесь все, я вошла, все нормально. Так они еще вчера были готовы. Нет, тут уже было написано все. Просто я уже здесь разбиралась, нажала... домены, все такое, поэтому вот оказалось-то вот на этой страничке здесь вот, где уже ее можно переделать. Сохранить нажали, да? Да. Ну, в принципе, я поняла все, чтобы зря не писать много пустоты, да? Ну да, она должна вести вот на СМР. Я тогда запись завершаю.